всех жителей Пушкинского городского округа. Во-первых, я хочу поздравить вас с прощенным воскресеньем, с весной, с наступающей весной, которая, я думаю, отойдет морозы. Что сегодня у нас здесь на празднике? На празднике у нас представлена выставка культа в Маслинице, в которой приняли участие дома культуры Пушкинского городского округа, образовательные учреждения, а также благотворительный фонд «Виктория» и детский сад «Жар-птица». Мы будем определять участниц, лучших победителей, да? Определение в этом году будет шумовое. Шумовое – это значит по аплодисментам, кто громче, чье у нас выйдет победитель, где мы и вручим наши призы. Призы у нас в этом году тоже масленичные. А какие очень красивые, яркие самовары с чайниками под стать нашим русским традициям. Сегодня у нас на сцене ансамбль «Казачий бар». Вы это слышите? Прекрасный народный коллектив, известные профессиональные актеры. У нас сегодня здесь представлены мастер-классы. Это дома культуры мастер-классы, это библиотечное объединение. Это у нас присутствует из центра иностранного языка. Но ДК, в основном мастер-класс, это наши дома культуры Пушкинского городского округа. В нашей программе праздничной еще участвует анимационная программа «Дома культуры Строитель», «Дома культуры Пушкина». Это народные коллективы, «Россияночка», эстрадно-народный коллектив. Танцев именно «Строитель». Здесь у нас сегодня хэндмейд, мастер-классы от жителей Пушкинского городского округа. Мы их пригласили впервые. И они участвуют, эта выставка распродажи. Вы можете увидеть уже не только масленичные подарки, но и уже пасхальные, потому что близко Пасха, и люди готовятся к Пасху. Чучело сжигать. Да, сегодня мы чучело не сжигаем, у нас просто здесь не позволяет территория, потому что высокие деревья и включая безопасность, учитывая безопасность людей, сжигать здесь, в общем-то, нежелательно, потому что 40 метров по радиусу мы с вами выдержать не можем. Бесплатные плиты и угощения. Обязательно. Буквально сейчас начнется раздача бесплатных плитов, угощений для жителей. Попробуйте. Плиты в этом году разные. Они представлены у нас торговыми компаниями «Сушов» и «Караваны Свен». Пробуйте, дегустируйте, кому что больше нравится. Ну и на сегодняшний вот сейчас момент, я думаю, более уже тысячи, ну где-то до 1500 уже сегодня есть. Вообще удивительно, после пандемии люди соскучились по празднику, по атмосфере, наверное, да? Эти русские люди, они очень радушны в приеме, и поэтому хочется всем всегда оказать какой-то радушный прием. И мы сегодня, как хозяева этого мероприятия, предлагаем на выбор все, что можно. Чай, кофе, блины, шашлык, культурная красивая программа. И наша медведица, медведь Любава, девочка, которая выступила сегодня перед нами. И на шаре покаталась, и на самокате. Она после пандемии тоже стесняется. Обнимает нашего дрессировщика. Вот. Ну, она такая же девочка, как и все, поэтому вот. Но выставка, кстати, должна сказать, у нас же есть маленькие в городе масленицы. Это детские сады, дети, которые делали эти куколки. И буквально минут через 15-20 они подведем итоги. Я надеюсь, и вы все примете участие. Вручим всем, но без призов не останется никто. Медведя привезли из Санкт-Петербурга государственный цирк. Дрессировщик в Москве у нас запрет, и нам Роспотребнадзор разрешение вот на именно на этого медведя. То есть соблюдение всех норм у нас присутствует.